очистки символизирует о том, что мы сейчас будем присутствовать при спуске с новой сталь печи. Сегодня на Турбоатоме мы открыли новый цех литейный с абсолютно качественным оборудованием, которое позволит и повысить качество стали, и главное сэкономить электроэнергию, которая сейчас крайне важна для Украины. Я могу сказать, что также предприятием модернизировано оборудование в паротурбинном и газотурбинном цеху. Все желающие могли с этим ознакомиться. И очень важно то, что предприятие постоянно модернизирует свою производственную базу. Вот это позволяет предприятию быть конкурентоспособным абсолютно всех рынках и выигрывать тендера как в странах Европейского Союза, так и в странах Азии. Сегодня Турбоатом имеет уже контракт с Казахстаном, Туркменистаном, Венгрией, Финляндией, Болгарией и рядом еще стран. Это говорит о том, что предприятие не только, как принято говорить, на плаву, а предприятие развивается. Та чистая прибыль, полученная в объеме 1 250 000 гривен за 2015 год, говорит о многом. 630 миллионов уплаченных в бюджет разных уровней говорит о том, что предприятие сегодня прибыльное и крайне позитивно оказывает, позитивное влияние оказывает на экономику Харьковской области. Это очень важно, поскольку это и социальная защищенность людей, и поддержка самой экономики региональной в столь непростое время. Поэтому я высоко оцениваю деятельность и менеджмента и трудового коллектива Турбоатома. И мы сейчас проведем рабочую нараду и оговорим еще дальнейшие перспективы развития предприятия и чем областная администрация непосредственно может помочь данному предприятию. Вы знаете, что нами, областной администрацией, инициировано создание программы развития машиностроения для восточных областей, а проще говоря, индустриальную программу развития. И, безусловно, каждое предприятие в этой программе должно видеть свою перспективу, свои ориентиры и свою помощь от государства. Я думаю, что такое предприятие, как Турбоатом, будет ключевым в данной программе. Сегодня мы открыли литейный цех, в котором полностью запустили сталь-печь. Она с силовым программным управлением. На компьютерах можем отслеживать все технологические параметры плавки стали. Это дает возможность качественную сталь отливать и, соответственно, производить качественные детали и изделия на нашем предприятии. Очень важно, что мы сегодня, запустив сталь-печь, мы запустили новую систему газоочистки. Ну, практически не было аналогов газоочистки у нас в послевоенные годы. И при норме, про нормативы чистоты воздуха на Украине 30 миллиграмм на кубический метр, а в Европе 20 миллиграмм на кубический метр. Мы запустили газоочистку с показателями 8 миллиграмм на кубический метр. В два раза чище, чем в европейских странах. Это здоровье работников, это здоровье харьковчан.